Ребята, знаете, какое упущение большое? На пляже я ни разу не ездил на багги. Так, вот у меня багги. Выбираем комплект, мне он подходит. Поехали! Как так я ни разу тут на багги не ездил? Сейчас мы наездим здесь. Нормально-таки. Я ни разу не ездил на багги. Да как так? Как такое могло быть-то, а? Ладненько. Сейчас наверстаем упущенное. Ой-ой-ой, только не в яму. Да ё-моё, ну как так, а? Багги. Вонючка. Так мало монет дают, когда вот воздух. Так, вот у нас бензинчик. Сейчас мы монетки соберемся. 114 тысяч. Пока. Так. Восемьсот уже звездочек. Получится у меня здесь сделать много звезд или нет? Вот вопрос в чем. Я точно не могу сказать. Давай, еще немножечко осталось. Ой, главное не разбиться. И здесь мы перепрыгиваем, забираем все монетки. Так, ага, спасибо за бензинчик. Ну уже, смотри, скоро 1,5 километра мы тут накатаем. Я считаю, что это хорошо. Я не помню, сколько на этой трассе максимально тут проезжал. А, ну здесь это я помню. Сейчас домики начнутся. Да, тогда это нормально. Надо больше проехать. Километров 10, если бы накатали бы. Но. Да, багги. Надо тебя прокачать будет, слушай, дружок. Хоть ты и такая машинка у меня прокачанная, но все равно не мешало бы еще бы прокачать. Нормально-таки. Так, большие такие дюны, которые мы проскакиваем. Так, домики проезжаем. Давай, багги, проезжай домики. О, молодец. Так, а уже у нас, ребята, 116 тысяч. Много или мало? Так, ладно, не будем тебе собирать монетки, а то я боюсь, что у нас бензин кончится. Так, вот домик наверх, залезем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нет. Сюда ехать нельзя, ребята. Это такая ловушка. Ой, нет, мы опять в эту ловушку попали. Не может быть, все, сейчас сломается и сдохнем. Сдохли. Так, гонка в городе. Давай поедем на гоночном грузовике. Прокачаем сопротивление, уменьшим воздуха. Все, едем. Сопротивление воздуха уменьшено. А, но все равно есть небольшое сопротивление. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, ты моя. Крышу снес себе. Так, голова осталась у меня открытой. Главное теперь головой нигде не стукнуться. А так все хорошо. Так все нормально. Так, 1000 метров нужно проехать. Я думаю, мы проедем. Теперь сопротивление воздуха у нас стояло мощное. А теперь поменьше будет сопротивление на миллиметр. И мы, может быть, сможем проехать намного дальше, чем раньше. Так, 600 метров, ну это мало. 600 метров сейчас мы проедем. Побьем рекорд. 8 звездочек насобираем. Ну, что мне страшно опасно, голова открыта. Ну ладно. Надеюсь, я не стукнусь. Буду аккуратно ехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у нас бензин был. А, нет, все, бензин нельзя, оказывается. Вот так. Удачно. Вот про это я имел в виду, что головой не стукнуться.
Вот и стукнулись головой. Давайте сделаем повтор. Давайте выберем моноцикл. Моноцикл поедем на моноцикле. Эй, слушай, смотри, у меня вначале девчонка стоит, а выбирается мужик почему-то, да? Я не понял прикола. Так, сейчас мы здесь пройдем. Я еще раз посмотрю. У меня стоит мужик или девчонка? Изначально. Так, ладно. Сколько у меня там рекорд? 600 метров? Сейчас попробуем проехать на моноцикле. Моноцикл. Такой вот моноцикл у нас. Ускоряемся хорошо, едем. Опа, главное башкой не стукнуться, нормально. Здесь нужно вовремя затормозить, чтобы не было обидно, что мы башкой стукнемся. А так все нормально. Ну и скорость нужно держать тоже. Сильно не разгоняться. О, магнитика-то у меня нету. Ну ладно. Здесь еще будет где-то бензинчик. Скоро. Так, здесь мы перепрыгиваем. Опа, главное. Вот, видишь, здесь обычно я разбиваюсь. Ну, нифига себе, мы даже рекорд побили. Так. Ну, я думал, что моноцикл это такой сложный транспорт, оказывается. На нем можно далеко ездить. Мы километр проехали, офигеть. Главное, наловчиться на нем ездить, и все. И все будет хорошо. Так, аккуратненько. О, нифига у меня. Так, а ну-ка, тихо. Оп, нифига, шапочку потерял. Ой, а здесь как? Как быть с вот этим вот? Вот здесь что делать там? Ага. О, хорош. Запрыгнули. Так, не мотыляйся. У тебя там что, кофе закончилось уже, да, походу? Все, кофе разбросали, и мы не допрыгиваем, скорее всего. Нет. Не, все, разбились. Разбились мы. Да. Действительно, здесь лицо девчонки, а выходит мужик. Вот так вот. А, у нас, смотри, какой красивый. Какой красивый мотоцикл у нас. Так. Давай, поехали. Ну вот, видишь. А теперь девчонка едет. А до этого мужик был. Не знаю почему. Все. Я примерно понял. Где мы там разбились, будем аккуратно ехать. Только здесь не особо и сложно. Не сказал бы, что тут. Так, едем. Цвет чашечка поменялась, и сам моноколесо немножко поменялось цветом. О, тут опасно было, можно было шелкнуться. Так, тихо. Оп. О, все хорошо. Главное не переусердствовать. Так, давай. А, вот еще кофе у меня пока еще есть, стаканчики. Но оно скоро закончится. Ага. Оп, а я здесь бензинчик не взял? Нет. Не получилось. Ну ладно. О, прыжок. Здесь аккуратно. Ну, я, в принципе, на моноколесе научился ездить. Ну, нормально. В принципе, ничего сложного нету. И теперь не переворачиваемся, не разбиваемся. Хорошо. Ну да, конечно, разработчики, они просчитали, что все более-менее легко было. Чтобы не развивался. Ну, а достаточно-таки он высокий. Да, в машине-то он сидит. А здесь-то он стоит. А сколько там осталось? 177 метров. Так, это вот здесь вот, да? Надо нам заехать. А-а-а! Я задел, прикинь. А, ну, в принципе, он может быть еще живой. Алло.
Ну, как-то так.